Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит, у вас выпадают волосы. Я сегодня была у трихолога, и помимо витамин и анализов, она порекомендовала мне домашнюю маску. Я делюсь с вами. Итак, что для маски потребуется? Горсть муки, ржаной обязательно. Также чайная ложка витамина Е, можно купить в аптеке. Чайная ложка витамина А. Одна ампула алоэ, обязательно аптечная, не домашняя. Также столовая ложка коньяка и столовая ложка меда. Что мы делаем? Мы муку, горсть, запариваем в кипятке. После, когда она набухнет и остынет, мы добавляем наши составляющие и все перемешиваем. Когда маска превратилась в кашицу, вы наносите на корни волос. То есть можно это сделать над ванной, можно кого-то попросить. Я попросила маму. И заворачиваете в пленку на 1,5 часа. Сверху надеваете полотенце для эффекта такого духовки, да, вот, и после также смываете шампунь. Эту маску очень хвалили и рекомендовали, надеюсь, что она поможет и вам. Прошло 1,5 часа, и я смыла маску. Скажу вам откровенно, смывается она тяжело, все-таки как-никак это мука, то есть по факту у вас каша на голове, но ничего, смыла, все окей. Я покажу, сейчас уже вечер, завтра. Что в итоге получилось, довольная маска или нет. Но если это видео вышло, значит, я маской довольна. Кстати, шампунь использовала всего лишь один раз. То есть смывается она вроде бы как тяжело, но по факту просто надо большой объем воды и хороший напор. Девочки, маской довольна, волосы стали более такими, знаете, как напитанными, более здоровыми. Я думаю, что еще пару раз этой маски, еще пару раз другой маски, может быть, даже каких-то профессиональных именно какого-то бренда, да, масок, то есть я имею в виду не домашних. Косметологических. Да, и в принципе тогда уже можно волосы обрезать не так сильно, как я планировала, потому что я планировала вообще, ну как, мама моя планировала обрезать и сделать мне каре. Потом я подумала, нет, удлиненная каре. А теперь думаю, что в принципе достаточно обрезать вот только кончики, и волосы я приведу в порядок с помощью именно вот таких вот домашних масок. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте пальчики вверх, делитесь этим видео со своими подругами, если вы хотите, чтобы у них тоже были красивые длинные волосы. И до новых видео. Пока-пока.